Всем привет! Приехали сегодня погулять к замку. Здесь павлины у нас. Погодка, как вы можете видеть. Шепчет, займи, но выпей. Дождик идет. Дождик. Снимаю на 25 кадров, потому что не смогу быстро загрузить видосик. Поэтому да. Хотелось бы, конечно, солнечной погоды. Ну, шо маємо, то маємо. О, смотри, какой идет. Я сейчас должен отпускать, да? А что я думаю? Да, он привык уже. Красивый. Не хочу его пугать. Такой человек, как будто должен побежать. А он привык уже. Ой, еще вот самочка. Мы входим пиццу. Столовая. Или не пиццу. Настя, сука. Потому что я сегодня ходила на диету. Киви диета. Едим все, кроме киви. Музеум. Здесь есть казематы. Внизу есть пыточная. Ого. Да, там из земли скоба такая с кругом, где приковывали. Плавненько, да? А? Плавненько. Че? Вход плавный. Нет, это под землей сейчас пойдет. Ой, что-то убежали все эти. А вот они. А, их там много, да? Да, пойдем под дерево. Ой, какой дождик идет. Ого, сколько их. Эти мои мальчики кушают. Настя. Очень хорошую маску сюда. Только так. Что они едят, интересно? Мостики такие обглоданные. Ой. Ой-ой-ой. Я тоже. Да я думаю, они к людям привыкли. Ну да. Ну по запаху, конечно, они тут обкакали все знатно. Ого, какой хвост длинный. Это еще под хвост спрятан. Длинный очень. Завтрак у Тихони. Покажите уже хвост. Настя. О, давай. О, вот, Настя, повернись. Вау. Ого. А, это что, шоу покажи. Для нас? Вау. Ну, повернись сюда. Она показывает. Ой, он показывает тебе попу. Он, наверное, какает. Да? Нет. Что ты взяла? Нахал? Разбакивай. Нет, он на возьми кучку. А девчонки. В чем дело? Они такие невзрачные. Синяя краска такая красивая, да, и перышко. Ты чего? Ты чего кричишь? Ну, он сейчас раскроет. Ой-ой-ой-ой. За хмарами. Я не знаю, успокою. За хмарами.
Она думает, что есть кушать. Да ну их тут же кормят, я думаю, даже хорошо очень. Гарні у нього, так? Спокійно стоїть? Да, Маріна, він чекає, щоб ти його сфотографувала. Спокійно, спокій. Не замерз. Ну, холодно більше. Скажи, тебе теж ця погода, да, не радує? Та вже тепло буде. Всі ми тут грустимо, да? Кто-то Опа-на. Что такое? Что-то пошло не по плану. Мне нравится. Ой, что-то пошло. А, он думал, что покушать может. Закрыто. Туда хотели пройти, а там закрыто. Ну, они там уже четыре закрывают. Такой вот замок. Ну что вы, девчонки? Ничего, прогуливаемся. Настя. Какой дождик тут у нас постоянно. Ау-ау. Ну что это еще хочется? Выходите, скажи, гости, пожалуйста. Дорогие. Угу. Не люблю. О, вон хвост распустил. Почему? Почему? Все закрыто. Даже может и купить что-то ничего не хочется, ну просто само. Сама суть, да? Ну, между прочим, тут как. Если Марина за столько лет не привыкла, то что говорит нам? Хотя я уже нормально к этому отношусь, спокойно. А ну. Гуляем. Дождик уже более-менее прекратился. Это радует. Природка. Беседочка. Настя под мангальчик. По-другому. Потом лампочку сюда подключить. Все лампочки так развешать. Угу. Круто было. Я... А там на острове там было... На каком острове? Ну, там, где лежбище, это остров там. Mm-hmm. Там, кстати, черепашки были, но я вам не сняла. Вообще, вот так страшно тут было бы одной ходить. Ну, потому что, Настя. Потому что сейчас уже все страшно в наше время. Ой, как деревья от ветра, да, наверное, этот. Сейчас. Ну да, уже. Что такое? Снимаю 20 кадров, поэтому. Уси лебеди, ка-да-да. Есть хотите? Да-да-да. Мама нас с сестрой всегда называла. Один белый, другой серый гусь и мои гуси. Я белый, ты серый гусь. Борщик зеленый сделаем. Ями. Ями, ями. Ой, там тоже гуси. Гуси, гуси. Гуси. Разнишлись на нам. Что такое? Она меня обижает постоянно.
Да, мы могли прийти в воскресенье в китайский ресторан. Опять взяла роллы. Марина, что там? Марина, как всегда, по чуть-чуть, но всего, да. Водичка, вот Настя пришла. С маленькой тарелочкой. Смачного, много людей сегодня, ну, воскресенье. Кому-то интересен ассортимент. Такая взяла грибочек. Креветки. А, нет, это картошка. Это картошка с сыром. Настя. Я здесь сыр. А? Сладкое и соленое. Марина сыщик.